Слава Богу, слава Богу. Здравствуйте. С вами пастор Генри Мадава. Это «Голос Победы». Наша церковь «Победа» – мы место для всей семьи. Мы любим всех людей. Есть место для того, чтобы служить Богу, для бабушек, для дедушек. Хотя дедушки меньше, чем надо. Мы хотим менять это, корректировать, чтобы было тоже много дедушек. Для мамы, для папы, для детей, внуков и детей. Не только, чтобы служить Богу, но развиваться и найти себя, чтобы быть полезным Богу и Его Царству. Вот в этой жизни я много успел научиться. И, наверное, еще много чего ждет меня впереди. А я люблю называть все мои уроки как двери. Вы представляете, что в этой жизни, когда мы поднимаемся на новый уровень, это новые двери открылись. Мы выходим, вышли через другую дверь. Жизнь – это вход и выход через двери. Но есть двери, которые тебя приводят к жизни, а есть двери, которые приводят к смерти. Поэтому в этой жизни у нас есть право и возможность выбирать правильные двери. Вообще-то я хочу вас пригласить послушать эту проповедь важную, и Бог благословит вас. Двери жизни. Давайте будем слушать. Двери жизни. Так называется проповедь. Вся наша жизнь – это вход и выход из дверей. И разные двери приводят к разному. Мы всегда имеем возможность выбирать правильные двери в жизни. Говорят, что жизнь – это решение, но решение побуждает тебя войти через какие-то двери. Да, решение надо, но когда принял решение, надо двери какой-то открыть и входить. Если двери закрылся перед тобою, ничего, сидеть перед ним и плакать. Это время потеряно впустую. Закрыто, закрыто. Лучше уйди, найди дверь, которая открыть. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 7 стих по 11. Написано: «Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило передо мною, суть вори и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иисус Христос, Он единственная дверь, дающая нам доступ к Богу. Через Него мы стали своими Богу. Через Него мы стали гражданами Царства Божия. И мы больше не туристы в этом царстве, а мы местные жители. Мне нравится, как говорится к Ефесянам 2 глава, 17 стих по 19. Библия говорит: «И придя благовествовал мир вам, давним и близким, потому что через Него, да через Иисуса, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане своими святым и свои Богом». Нету ни одного вопроса в жизни, для которого у Бога нет решения. Но эти решения найдутся, когда мы с вами во Христе, и мы идем путями Иисуса Христа, и мы принимаем решения на основании принципов Иисуса Христа, потому что тогда мы найдем Божьи двери. Заметьте, что многие вопросы в жизни Бог решает тем, что Он приводит к тебе правильных людей. Он приводит. Не воюй со своими дверями. Мне нравится история, которая находится в книге «Бытия», 40 глава,
8, 9 и 13 стих. Библия говорит, они сказали ему, это Иосиф в тюрьме. Нам видели сны, и истолковать их некому. Иосиф сказал им, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой. И сказал ему, мне снилась вот виноградная лоза передо мною. 13 стих. Через 3 дня, это Иосиф дает истолкование, фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое. И ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. 41 глава, 9, 12, 13, 14 стих. И стал говорить главный виночерпий. Прошло долгое время. Фараон и сказал, грехи мои вспоминаю я ныне. Когда ты кому-то помог, чувство долга остается. Виночерпий долго думал, почему я Иосиф не помогаю? И он не забывал. Он, конечно же, безответственный, но все равно даже его безответственная совесть говорила, почему ты ничего доброго не сделал для человека, который тебе помог? Делая добро, да не унываем. Бог использует добро, чтобы двери располагались к тебе и помогли тебе. Есть люди, которые являются дверями. Но чтобы они обратили на тебя внимание, тебе нужно делать добро теми дарами Божьими, которые Он дал тебе. И поэтому читаем дальше, мы не закончили. 12 стих. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника, телохранитель. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. И возвращен на место мое, а тот повешен. И смотрите, что фараон сказал, 14 стих. И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся, и переменил одежду свою, и перешел к фараону. Иосиф в тюрьме ограничен, но призвание Божие работает, помазание Божие работает, дары Божие работают. Когда самое трудно и тяжело, есть одно, что не зависит от твоих обстоятельств. Это Божье призвание, Божьи дары и Божья способность, которая в тебе. Вывод. Когда ты в ситуации, где ты не знаешь, как выходить, советую, проявляй Божьи дары, проявляй Божье призвание, проявляй то, что Божие, оно даст тебе выход. Иосиф служил виночерпию, и виночерпий вспомнил его перед фараоном. И когда фараон услышал об Иосифе, фараон дал поручение пригласить Иосифа, и Иосиф получил спасение, вышел из тюрьмы, повышение, стал во дворце фараона, избавление Египта от голода и избавление его собственной семьи от смерти через голод. У Бога есть люди, которые Он приводит в твою жизнь, потому что они Его инструменты для твоего повышения, для того, чтобы ты вошел в свое. Такие люди, когда приходят, не надо с ними драться. Когда дерешься с ними, двери закрываются. Но, заметите, не все двери или люди, которые якобы открывают тебе двери, не все двери, которые открываются, они от Бога. Не все. Павел, 2 Коринфянам 2:12, он пошел проповедовать. Смотрите, как он проповедовал. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверстие было двери Господом». Заметите, кто открыл ему двери? Господь. Поэтому Павел, эта дверь была Господом открыта. Но Деяния апостолов, 16 глава, 6 стих по 9, Библия говорит так.
пройдя же через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию. Они решили, мы пойдем. Но Дух Святой, Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью, то есть Павел уже уснул, устал, лучше я отдохну. Ведь пришел ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. И тогда Павел предпринял, что это был Господь, который им показывает, куда им идти. Павел пришел в одно место и мог бы проповедовать. И у него было что сказать. Но Дух Святой сказал, нет, не надо. Павел хотел и мог бы, но это не двери, которые были для него. И он пошел в другой город, и Дух Святой сказал, нет. Что такое предприняли? Имеется в виду, они уже приняли решение. Мы тогда сюда пойдем. Решение принято. Способность есть. Хотим пойти. Но эта дверь тоже не была от Бога. Не все двери от Бога. И Павел решил, тогда я больше не буду заставлять ситуацию. И он подождал. И Дух Святой дал ему видение. И он тогда попал в Македонию. Когда Бог начинает останавливать тебя, это означает, это было грубо, грубо не тот дверь. Это его милость. Вот, поэтому заметите, Бог закрывает двери, некоторые. Первое. Какие двери являются дверями, которые не от Бога? Первый признак. Двери, которые не от Бога, чтобы в них войти, требуется компромисс и Слово Божие. Ева, да, ты хочешь быть как Бог? Да. Тогда кушай плод. А Бог запретил. А иначе не станешь как Бог. А, хорошо. Тогда я поем. Она сделала компромисс ради того, чтобы стать как Бог. Не понимаешь, она уже как Бог. Но любые двери, которые требуют компромисса, чтобы в них войти, они не нужны мне. Второе. Двери, которые от Бога. Матфея 18, 15, 16. Если же не послушает, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Это был вопрос такой, человек согрешил против тебя, и он тебя не слушает, да? Пойди, найди другого. Потом не слушай, возьми что-то этого, а потом всю церковь. Ну вот, и получается, Бог говорит, я не разрешаю, чтобы подтвердить дело, если нету подтверждения двух или трех. Двери, которые от Бога, всегда имеют два, три подтверждения. И третье. Двери, которые от Бога, заставляют тебя зависеть от Бога. Иначе ты не получится дальше двигаться. Вот. Поэтому важно, чтобы мы понимали, что Бог дает двери. Но не все двери, которые открываются перед нами, это от Бога. Надо учиться избегать красивых дверей, которые бывают не от Бога. Оказывается, наши сердца тоже имеют двери. Кто же стучит в эти двери? Первый, кто стучит в наши сердца, двери наших сердец, это Господь Бог. Он всегда стучит. Книга Откровения 3:20. Иисус говорит, «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Первый, кто стучит в наши сердца, это Бог. Родители могут сдаться по отношению к тебе. Пастор может сдаться по отношению к тебе. Друзья, муж, жена устали, надоело. И тогда Бог будет продолжать стучать
в твое сердце. С какой надеждой? Что ты услышишь? Но кто еще стучит в двери? Сатана. Он тоже стучит. Но у дьявола, дьявол, когда стучит, Бог стучит через слово, через проповедь, через всего. А сатана стучит через грех. Грех так стучит и очень терпеливый, потому что грех уже здесь, на этой земле, много тысяч лет. Вообще, он знает, что бывает с кем, когда вот муж поссорился с женой, он знает, что ему, какие мысли ему прислят. Грех знает. Он тысячи, тысяч лет имел много клиентов и успешно с ними работал. И поэтому заметьте, что произошло. Бытие, 4 глава, 6 и 7 стих. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? От чего поникло лице твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь добро, то у дверей грех лежит, а он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бог стучал и предупреждал: «Каин, у двери у тебя лежит кое-кто, прямо в двери, и оттуда влечет тебя. Каин, иди ко мне». А то, что он лежит за дверью, значит, он не может автоматически войти. Вот он лежит. Первое. Сатана всегда делает ударение на твои негативные эмоции или невосполненные моменты жизни. Если есть какой-то вопрос в жизни твоей, где по твоему невосполнены, ожидания не исполнены, помни, дьявол их отметил и будет бить тебя столько, сколько будешь жить, только по тем точкам, в которые у тебя недовольствие. Второе. Бог сказал Каину: «Каин, если ты делаешь добро, то ты победишь. А если не сделаешь добро, то ты не победишь. Когда ты примешь решение творить добро, сатана и грех не войдут в твою жизнь». Решение творить добро, решение сделать правильно не всегда совпадает с эмоциями твоими. Если человек на эмоциональном уровне решил что-то плохое делать, и его гормоны уже двигаются согласно решению от эмоций, и потом принял решение делать добро, делать правильно, и Бог сказал так: если ты это сделаешь, то ты будешь господствовать над сатаной. Если ты это не умеешь делать, ты будешь в рабстве у сатаны. Вот такой вариант. Как только дьявол понимает, что если включить твои эмоции, ты никогда не можешь остановиться, все, ты у него в рабстве. Когда захочет, он будет играть тебя как струни. И он знает, что все, вопрос закрыт. Как только он настроен на плохое, не может остановиться. Ты раб на веки и веки. Есть двери, которые я их называю двери возможности. Евангелие от Матфея 7, 7 и 8. Библия говорит: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Входите тесными воротами, потому что широкие ворота, пространен путь, ведущий к погибели. И многие идут ими, потому что тесные ворота и узок путь, ведущий к жизни, и немногие находят их». Библия говорит, широкие ворота, туда все идут, это на смерть, на гибели. Все так живут, все так нормально, все так делают. Это значит, они вводимы эмоции. Эмоции у всех одинаковые. Поэтому они все идут массами. Вот заметите, что важно, чтобы двери возможностей, мы его выбрали, даже если никто туда не идет. Даже если не ты один. Я пришел к выводу, иногда неправильно.
Всегда двери успеха одиноки. Поэтому получается, что Царство Божие такое же. Многие люди, они не пойдут путем Божьего Царства, принципов Божьих, и конец гибели. Но точно так же в жизни здесь на земле. Хочу, хочется, не определите ли, что от Бога. Надо учиться идти согласно Божьего Слова. Заметьте, куда бы ты ни пришел, внимательно смотри, нет ли двери от Бога там, к чему-то. Когда найдешь эти двери от Бога, любой ценою, конечно же, согласно Словом Божьим, войди через них. Любой ценой. Если ты не знаешь, где двери, улыбайся, будь добрым, яркие глаза, и жди, пока Бог тебе показал. Всегда есть дверь. Всегда есть дверь. Научись выбирать правильные двери. Великолепно в жизни это великолепный Господь и великолепно то, что Он делает. Я вот когда смотрю свою жизнь, я всегда думаю, Боже, а когда Бог начал через меня действовать, говорить? Даже если точнее сказать, не помню когда. Это было много обстоятельств и много случайностей, в кавычках случайностей. Бог все это знал, запланировал, а мне это все было неожиданно. И если бы мы знали, что Бог хочет делать в нашей жизни, мы были бы более готовыми. Но и мы бы не согласились быстрее всего. Поэтому оно приходит к нам как неожиданно. Но в этой неожиданности проявляется любовь Божия и Его суверенная сила, которая работает с нами. Чудеса Божии меня всегда радуют. Первое, потому что я очень сострадательный к людям. Я не люблю видеть страдающего человека. Человек должен не страдать. Даже если он злодей, страдает, потому что он не то сделал, все равно мне его жалко. Хочется ему помочь, чтобы он вышел из положения. Поэтому, когда я вижу, как Бог исцеляет людей, меня это очень радует, потому что я хочу видеть, как люди радуются. Давайте посмотрим на эти свидетельства того, что сделал Бог, и вы увидите, какой наш благ Господь. Он творит чудеса в наше время. Давайте посмотрим. Иисус Христос – воскресший и живой. Он своей чудесной силой прикасается к людям. Каждое Его прикосновение приносит исцеление, восстановление и освобождение. У Виталия на протяжении года болели сильно суставы, ему было больно поднимать руки. После молитвы боль ушла. Свободно. Я свитер снять без боли не мог. Сейчас свободно. А ничего как же ты снимал? Суставы везде болели. А как же ты снимал? Я тяжело работаю, а сейчас... Боже, спасибо за это во имя Иисуса. Месяц болел копчик, и она почувствовала, как во время молитвы Дух Святой к ней прикоснулся, и она верит, что она исцелена. Где копчик? Оно болело там. Да, но когда садишься, оно болело. И во время молитвы... Я чувствовала просто, как Дух Святой сошел, прям меня толкал вот так вот сесть, и я села, и оно... И когда ты села, не было боли. Да. Ты можешь присесть чуть-чуть? Дело в том, что это на стул, когда на садишься, да. Одалживает нам стулья Славик. Слава Богу. Садись, пожалуйста. Теперь вставай. Все хорошо? Спасибо Богу. Спасибо тебе, Господь. В мене були постійні головні болі. Особливо дуже сильно боліла голова на переміну погоди. Я практично кожного дня була на обезболюючих. І одного служіння, коли пастор Генрі молився за зцілення, я просто відчула, що Бог торкнувся мене. І це вже з тих пір пройшло 3 тижні. Мене голова взагалі не болить, я не приймаю таблеток. Алілуя! І в мене настільки легкість така, світлість прийшла. Я вже давно такого не відчувала. Я стаю з
зранку з легкою головою. Аллилуйя. І в п'ятницю такі були симптоми, як раніше. І я вже так трошки налякалася, думаю, ну вже знову треба пити таблетки. І в мене прийшов такий голос, що ну не переживай, не турбуйся, не бери таблеток, просто довірся мені. Аллилуйя. І стій на зціленні. І ця біль, вона пройде. І справді, десь за 2 години все пройшло. Я так дякую Богу. Аллилуйя. Для мене це таке чудо, тому що ну я думала, що це вже неможливо жити. Спасибо. Так я дякую Богу. Слава Господу! Бог благ. І при тому він благ все время. Дьявол злой. І він злой все время. А ми з Божою силою приходимо розрушити діла дьявола. Саме головне діла дьявола – це коли ти не спасен, ти потерян навсегда, на веки і веки. Бог желає, щоб ти був спасен. Якщо ти ще не знаєш Ісуса, ти ще не покаявся, не примирився з Богом, і ти хочеш, щоб Господь простив тебе, то я хочу помолитися з тобою, щоб ти познав Ісуса. Скажи со мною такі слова. Отець Небесний, прости мене всі мої гріхи. Войди в моє серце, Ісус, і будь моїм Господом і Спасителем. Благодарю тебе, що ти услышав мене і спас мене во ім'я Ісуса. Амінь. Теперь я хочу помолиться за тебя. Те же чудеса, как я тебе видел, что Бог делал для этих людей, Он хочет для тебя тоже. Поэтому возложи руку там, где болит у тебя, и я помолюсь. Дух Святой, сойди, исцеляя, восстанавливая, творя чудеса и знамения в жизни каждого. Болезнь приказываю тебе, уйди полностью во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу! Если Бог прикоснулся к тебе, дай нам знать об этом. Мы будем очень рады. Напиши нам, мы хотим радоваться вместе с тобой. Есть какие-то нужды, что не решение? Напиши, мы помолимся с тобой. Бог да благословит, мы любим вас.